Зал игровых видов спорта «Фок-факел» в Новом Алакле переполнен. Юные баскетболисты, борцы и футболисты проводят совместную разминку. В рабочий поселок пожаловал проект «Олимпийский патруль». Видишь? А потом круг и делаем удержание. А это уже мастер-класс по греко-римской борьбе, тоже в рамках олимпийского патруля. Победитель Кубка мира ульяновец Михаил Елизарьев показывает юным спортсменам свой знаменитый прием – ключ Елизарьева. Аудитория внимательная, старается уловить каждое слово знаменитого гостя. С детства я, как говорится, был лидером в классе, в детском саду, и поэтому мне легко с детьми, потому что я прекрасно помню, каким я был, и мне было интересно, когда что-то кто-то новое что-то объяснял и задавал. А тем временем на футбольном поле тренировка юных любителей кожаного мяча. Экс-наставник вратарей Ульяновской «Волги» Александр Кузнецов и тренер Дмитрий Еланцев показывают мальчишкам и девчонкам несколько упражнений на технику владения мячом, на командное взаимодействие и чуть-чуть на физическую подготовленность. Ренат Аитов, советник губернатора по спорту, уверен, именно в районах области можно найти тех ребят, которые, повзрослев, могут стать олимпиониками. Потенциал есть. Надо просто подтолкнуть, обратить внимание, ну и, наверное, нужна помощь, чтобы именно в районах, в глубинках занимались регулярно. Официальная часть олимпийского патруля колоритна не эмоциями, а решениями. Во-первых, в Новом Алакле создают свой олимпийский совет. В его составе, кроме учителей физкультуры и тренеров, даже глава района Анна Пурейскина. Мне всегда нравились занятия физической культурой и спортом. Ну, в силу обстоятельств не хватает времени, но как только свободная минутка удается, я занимаюсь. И вот пересела на велосипед. 2,5 километра до работы, 2,5 километра обратно. Во-вторых, подписали соглашение о сотрудничестве между местными общественниками, областным олимпсоветом и региональным Минспорта. И, наконец, передали эстафету олимпийского патруля Старой Майне. Именно там в следующий раз высадится спортивный десант. Михаил Сашанский, Управда ТВ.